апостолов новый сифон. Проверяем, как работает на аварийный слив. Вроде бы все нормально. Нигде ничего не подтекает. Вот такой был старый сифон. Новый более красивый. Сейчас проверим, как работает на слив. Ну, все вроде нормально, нигде ничего не подтекает. Да? Все отлично? Мне кажется, да. И сливается хорошо. Канализация чистая. Обычно, если воронка образуется, то значит нет проблем с канализацией.